Прибываем в город Саратов. Шахматный столик исторический. Библиотека. Все историческое. Этажерка историческая. Кошечки. На улице сильный ветер, поэтому лучше снимать здесь. Огромный мост. Алло, алло. Да, здрасте. Да.
Пока свободно. Да. Да, сколько человек? Ну да. Да, до 10 человек 10 тысяч в сутки, а свыше 500 рублей с человек. Сауна отдельно оплачивается 3 тысячи в сутки, если надо. Так и стоит 10 тысяч. Да, 12 тысяч получится. И 3 тысячи сауна, если она необходима. Сутки. Да, ладно, хорошо. Красота. Здание 36 этажей.
без пива хочется? Ну что-то это неохота. Потом уж после ужина. Купился. Слав, купился. Да, я тоже. Надоедает все. Ну тот дом я помню, но вот этого ничего не было в 80-х годах. Построили. Нет, было, так и почему? В 81-м? Нет. У них нет, вокзала не было никакого. В Словакии была гостиница, по-моему. Да, а вот это самое, здесь я помню. Вот, вот этого ничего. И заходишь сюда, это самое, телефон был раньше, говорит, бух. Звонил со своей. Давай, давай, только, ну ты видишь, плохо, да? Ну давай, подходи. Это насчет. Вот. Я вчера хотел посчитать, сколько этажей. Вот это 36, мне уже сказали, можешь не считать. 36? Девчонки саратовские, ага. Кажется, тоже больше. Может, девки напутали. Да, я пойду это на экскурсию на какую-то взял.